Игровые приключения в формате защиты не всегда пользовались популярностью среди пользователей, но тем не менее со временем игроки все больше и больше начали проводить в них время и наслаждаться игрой. Сегодня у меня есть хорошая новость. Вы можете вместе со мной отправиться в увлекательный мир игры Dungeon Defender Awakened. Уже давно знакомый мир, который вновь находится на грани хаоса. Дело в том, что в мире появились странные порталы, из которых начали целыми отрядами появляться опасные монстры, гоблины, орки и прочие нечеловеческие твари и создания, которые, как ни странно, начали активно атаковать королевство и разрушать все на своем пути. Ну а мы, как всегда, должны стать на сторону света и помочь божьим тварям спастись от этой напасти. Dungeon Defender Awakened – это новейшая игра из популярной серии Dungeon Defender, игровой процесс которой включены элементы экшена, RPG и стратегической защиты башни. По мере прохождения уровней соединяйтесь с четырьмя игроками, найдите легендарного грабителя и разбейте армию врагов. Самое замечательное в этой игре то, что она в основном сочетает в себе несколько жанров одновременно. С одной стороны, это типичная тюрьма для ползучих, с другой стороны, это сторонняя RPG с магией, приключениями, ударами и многим другим. А с другой стороны, это типичный жанр Tower Defense, защитные башни, оборона и другое. Как по мне, это отличное сочетание жанров. А именно тебе нравится такое сочетание жанров? Напиши свое мнение внизу под видео в комментариях. Так, о чем я с вами разговаривал? Ах, да! Перед началом битвы мы должны позаботиться о правильном размещении различных укреплений и ловушек для противников. Также разработчики дают нам 4 персонажа, представляющие разные специальности: адепт магии, оруженосец, охотник и монах. Каждый из них обладает уникальными способностями, а также сражается по-своему. А вот когда начинается бой, в котором мы принимаем непосредственное участие, важную роль играет умелое использование как способностей отдельных героев, так и оружия. Со временем в наши руки попадает все больше и больше мощного оружия. Наблюдая за действиями с точки зрения третьего лица, во время игры мы попадаем в разные уголки мира Этерия. В их границах мы сражаемся против нападающих на нас полчищ противников во главе с угрюмыми боссами. И на каждом этапе вы должны организовывать качественную линию обороны против подступающих вражеских войск. Выстраивайте башни различных видов по всей линии движения противника, чтобы нанести максимальный урон. Каждое из этих оборонительных сооружений обладает собственной мощью и уникальными характеристиками, которые необходимо использовать только против одного определенного вида монстров. Внимательно изучите все возможности ваших башен, прежде чем поставить их в том или ином месте. За уничтоженных чудовищ вы будете получать определенное количество денежных средств, которые в дальнейшем можно использовать для улучшения построек и усиления их пробивной силы. А вот погрузиться в непередаваемую, веселую атмосферу активных баталий можно будет на более чем 15 картах. Заскучать вам не дадут 13 уникальных видов врагов, включая мощных и коварных боссов. На этом все. Оставайтесь с нами и следите за новинками игрового мира. Понравился обзор? Жмякни подписку и поставь лайк. С вами был канал Я Геймер.